Не могу понять, в чем зло судного процента, если он не грабительский. Ведь это такая же услуга, своевременные деньги в нужном количестве, с риском невозврата. Эти деньги убивают их владельца, хотя они всегда могут ему внезапно понадобиться. В общем, это такая же услуга, как и многие другие услуги. Услуги кассы, что ли, комиссия за посредничество, тоже тогда к этому относится, это ведь тоже процент. Тогда какую вот можно еще такую какую-то услугу, которую все пользуются? Ну, вот человек возмущается, вот он, эта вот услуга, она должна стоить вот такую сумму, да? А почему она должна такую сумму стоить? Вы возмущаетесь, когда у вас повышают тарифы на проезд в транспорте. Вы возмущаетесь платной медициной, еще там чем-то и другими. Потому что вы уже понимаете, что организовать социальный процесс вот в это, вот, скажем, в образовании, в медицине, можно на основе государственных фондов бесплатно для человека. А на каком основании вот за эту услугу банки берут такую сумму? Вот о чем идет речь. За последние 150 лет прирост энергообеспеченности, а собственно и ВВП, по всем странам составляет примерно 3-5%. То есть, согласно этому, кредитование под эти проценты человек может отработать собственным трудом. Потому что энергообеспеченность растет, а человек работает, и он может произвести больше, и он может отдать. Кредитование под большие проценты однозначно ведет к истощению системы, в которой работает человек, системы, которая взяла кредит. Она не может развиваться, она работает на самоуничтожение. Она берет кредиты и вот как в болоте вязнет, вязнет, вязнет и вязнет. Почему? Потому что как бы ни старались, но отдать проценты по кредиту свыше 3-5% в год, годовые, естественно, нереально. А у нас какие проценты? У нас 18%. Да вы что, это считаете даром? А какие проценты в Соединенных Штатах? Ноль. А в Европе? То же самое. А в Японии? У нас кризис. Нам говорят, вот нам надо повышать процентные ставки. Вот только так мы можем выбраться из этой экономической передряги. В Соединенных Штатах возникли экономические проблемы. Что? Они сразу только хоп и до ноля скинули. Они освободили от пут, от нагрузки экономику. Производство освободили. Ребята, работайте. То есть так вот. Даже если процент, как говорит Иван, не грабительский, то есть ниже 3-5, вы имеете в виду? Что именно, еще раз? Ну, в этом плане. То есть США опускают практически до ноля, но у них проценты там, ну, около долей. Да, 0,25. 0,1, 0,2. Вот было. То есть это с точки зрения Ивана не грабительский процент, тогда в чем зло его? Если он меньше 3-5%. Так вот, когда он в таких параметрах, то зла он не наносит. Он обеспечивает продуктообмен в обществе, он получает плату за свою функцию, это труд, он должен быть оплачен. Но почему банкиры должны иметь, так скажем, лучшую оплату, самую высокую оплату по отношению ко всем? Вот что сделал такого банкир, когда он дает по 20, 30, а то и 100% годовых крестьянину кредит? Крестьянину нужно вспахать, засеять, там это отработать от сорняков, убрать, проверить, там сохранить, все прочее, продать и потом отдать процент банкиру. Что делает банкир? А он в это время ждет,
Ох, перетрудился. За что ему платить? Но все равно ведь тот самый прирост 3-5% так или иначе все равно идет в карман ростовщикам. То есть они все равно грабят население, даже если процент чуть-чуть ниже. Имеется, ну здесь ситуация такая. Процент кредитования, он был даже в Советском Союзе. Вот. Но банк был государственный, и таким образом шла определенная перекачка ресурсной обеспеченности. То есть государство получало возможность одномоментно где-то создать платежный избыток для того, чтобы решить вопрос постройки завода, железной дороги, моста и прочее. Вот. Это нормально. Это позволяет развиваться одной системе и другой. И банки частные можно так вписать, но пока они не вписаны. Вот. Поэтому вообще частным банкам надо запретить брать свыше 0,25%. Вот. Пусть работают, как все. А то что это? Стопроцентная рентабельность получается. У них стопроцентная. Даже у них получается тысячи процентные прибыли. А так необходимая деятельность для экономической деятельности страны, вообще экономики. Вот. Она должна быть. Ну и пусть получает достойную оплату.